Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C25Y включить функцию резервного копирования Google. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Резервное копирование». Включаем функцию «Загружать на Google диск». Следующее, что нам нужно сделать, это добавить аккаунт Google. Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Здесь вписываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Следующим шагом вводим наш пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования политики конфиденциальности Google. И последнее, что нам нужно сделать, это нажать «Принять здесь». Еще раз «Ок». И после этого устройство будет готово к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!